Протестные гуляния на Красной площади снова становятся традиционными, как и в 2012 году. О том, что они продолжатся, стало известно еще вчера, 29 марта. И в ночь на 30-е полиция перекрыла Красную площадь, чтобы никто здесь демократично не гулял. Но для граждан это не оказалось помехой. Похоже, пора переименовывать Красную площадь и Манежную в площади путинского страха. Пацанат приравнял каждого свободного гражданина как минимум к Бен Ладену, а как максимум к танку. Сам пацанюга обставился полицаями и дал команду винтить всех. Фронтальный подход национального бандалидера впечатлил многочисленных прохожих. Прирученные путинскими объедками с кремлевского стола подельнички в погонах, роняя собачью слюну, творчески тащили и не пущали. Привыкших к запаху родного сортира ментов едва не стошнило от порыва свежего воздуха. Хотим сказать, что демократия в России сдохла. Это ее похороны. Мы празднуем здесь ее похороны. Россия будет свободной! Скажите, пожалуйста, а зачем вы сегодня сюда пришли? Ну, чтобы поддержать своих товарищей, которые незаконно просто сидят в тюрьме. За то, что они боролись за нашу правду, за нашу свободу. Но ведь вас тоже могут посадить. Ну и пусть сажают. Я не боюсь сесть. За правду я не боюсь сесть. А вы считаете, что тем, что вас посадят, вы поможете уже тем, кто сидит? Помогу. А чем? Всех не пересажать. Ну, вас же мало. Нас много. Ну, здесь, по крайней мере, мало. Ну, будут приходить люди, будут узнавать. И обязательно будут приходить еще гулять. Вы прекрасно знаете, что творится у нас в стране. А что такое творится? Беспредел. А в чем он выражается? Правительственные. Беспредел. Законы не соблюдаются, сплошная ложь, вранье, воровство и... Культуру попирают. Да, и все губят. И образование, и сельское хозяйство, и медицина, все загублено. Но сегодня у нас мы пришли протестовать против содержания под стражей наших товарищей. Узников 6 мая и вообще политзаключенных. А власти говорят, что эти люди делали плохо полиции, что они нападали. Мы знаем, что там было. Мая. Там была провокация с самого начала. И то, что там было, это уже ответ людей на эту провокацию. Когда уже полиция начала избивать и задерживать. И нас тоже притесняли ОМОН. И ему чуть не порвали рубашку. В общем, мы это все на наших глазах, мы все это видели. Путина прогони! Богородица, Путина прогони! Богородица, Путина прогони! Задержанных отвезли в ОВД Тверское. Хотели задержать и нашу съемочную группу. На нас указал зоркий сотрудник центра «Э». Но мы оказались расторопнее. Слились с толпой и благополучно растворились в метро. Еще одного. Вокруг гуляли люди. Они думают, что свободны. Но автозак напоминает. Хотели попасть в Советский Союз, а попали в путинскую хунту. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ.